В Актау планируют построить завод по выработке электроэнергии солнечного света. Мощность объекта 50 мегаватт. Старожилы Мангистауской области, представители этнокультурных объединений уверены, что регион как нельзя лучше подходит для применения альтернативных источников энергии. Практически все дни в году солнечные, поэтому аппаратура на таких батареях не будет простаивать. К тому же есть возможность использовать морской потенциал в виде гидроэнергетики. Жители региона также ждут предстоящей выставки «Экспо». Способствовать будет эта выставка трансформированию всего достижения человеческого ума и разума в нашу бытовую жизнь. В нашем регионе постоянно считают, что солнечные дни. Значит, прекрасно можно получать электроэнергию с помощью солнечных батарей. Ветра опять же идут на пользу нашему человеку, потому что с его помощью можно тоже получать электроэнергию. И кроме того, что это же еще экология, это чистая экология, это наше здоровье, здоровье наших детей.